В 11 часов утра Вронский выехал на станцию Петербургской железной дороги встречать мать. И первое лицо, попавшееся ему на ступеньках широкой лестницы, был Облонский, ожидавший с этим поездом свою сестру. «А, ваше сиятельство!» — крикнул Облонский. «Ты за кем?» «Я за матушкой, она должна быть нынче из Петербурга». «А ты кого встречаешь?» «Я? Я хорошенькую женщину». «Вот как? У Несуаки Мари Паун, сестру Анну». «Ах, это Каренина?» «Да, ты, кажется, ее знаешь». «Кажется, знаю», — рассеянно ответил Вронский, смутно представляя себе при имени Карениной что-то скучное, чопорное. Однако вот и поезд. Действительно, вдали раздался свист паровика, задрожала платформа, и пассажирские вагоны, медленно подрагивая перед остановкой, медленно стали подходить к платформе. Молодцеватый кондуктор, на ходу давая свисток, соскочил и подошел к Вронскому. «Графиня Вронская в этом отделении», — сказал он. Вронский вошел в вагон, но должен был остановиться, чтобы дать дорогу даме, выходившей из отделения. Он хотел вернуться обратно, но почувствовал необходимость взглянуть на нее еще раз. Не потому, чтобы она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которая была в ее фигуре, а потому, что выражение ее миловидного лица, когда она проходила мимо него, было что-то особенно ласковое и нежное. Он оглянулся, она тоже повернула голову. Серые, блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, глаза ее дружелюбно и внимательно остановились на его лице. В этом коротком взгляде Вронский успел уловить сдержанную оживленность, которая порхала между ее блестящими глазами и тонкой улыбкой, изгибавшей ее румяные губы. Вронский вошел в вагон. Мать его, седая старушка с черными глазами и седыми буклями, подала сыну сухую руку и поцеловала его в лицо. Получил телеграмму. Слава Богу, здоров. «Хорошо доехали», — сказал сын, садясь возле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. «Как вы нашли брата?» — сказала графиня, обращаясь к даме, опять вошедшей в отделение. И Вронский понял, что это была Каренина. «Ваш брат здесь», — сказал он, вставая. «Извините, я не узнал вас. Наше знакомство было так коротко, что я думал, вы не узнаете меня». «О нет», — сказала она, улыбаясь, — «я сразу узнала бы вас. Ведь всю дорогу мы с вашей матушкой говорили о вас. А брата моего все еще нет». Вронский вышел на платформу и крикнул: «Облонский здесь». «Ну вот, графиня, вы нашли сына, а я брата», — весело сказала Каренина и вышла торопливой походкой, так легко носившей ее полное тело. «Очень мила», — сказала графиня. То же самое думал сын, провожая ее глазами, пока не скрылась ее грациозная фигура. «Пойдемте, теперь мало народу», — сказал Вронский и взял мать под руку. Но едва они вышли, как мимо вагона пробежало несколько человек с испуганными лицами. «Что? Где?» «Бросился, задавило», — слышались голоса проходивших. Степан Аркадьевич с сестрой под руку тоже вернулся с испуганными лицами. Сторож, был ли он пьян или очень закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. «Если бы вы видели, графиня, — сказал Степан Аркадьевич, — и жена тут. Говорят, он один кормил целое семейство. Нельзя ли что-нибудь сделать для него?» — взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский посмотрел на нее и тотчас вышел из вагона. Когда он вернулся через несколько минут, они вышли. «Что дали?» — крикнул сзади Облонский. «Очень мило, очень мило! Какой славный малый! Мое почтение, графиня!» И он с сестрой остановился, отыскивая ее девушку. Когда они вышли, карета Вронских уже отъезжала. Каренина села в карету, и Степан Аркадьевич заметил, что ее губы дрожат, и что на глазах ее навертываются слезы. «Что с тобой, Анна?» – спросил он. «Дурное предзнаменование», – сказала она. «Ну, какие пустяки. А
Ты давно знаешь Вронского? Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити. Да, тихо сказала Анна и потом прибавила. Ну, давай, будем теперь говорить о тебе. Она тряхнула головой, как будто стараясь физически отогнать от себя что-то, мешавшее ей. Степан Аркадьевич начал рассказывать, и когда они подъехали к дому, он высадил сестру, вздохнул, пожал ей руку и отправился в присутствие. Княжне Кити Щербацкой было 18 лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем ожидала княгиня. Не только юноши, танцевавшие на балах с Кити, почти все были влюблены в нее, но в первую же зиму определились две серьезные партии. Левин и тотчас после его отъезда граф Вронский. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военной карьеры и притом обворожительный человек. Ничего лучшего нельзя было желать. Для Вронского женитьба не представлялась возможностью. Вронский не только не любил семью, но в семье, и в особенности в муже, по мнению холостого мира, в котором он жил, он видел что-то чуждое, враждебное и даже, пожалуй, смешное. Он на балах танцевал преимущественно с Кити Щербацкой. Он ездил к ним в дом. Он не знал, что его поведение относительно Кити имеет определенное название, и что это есть заманивание девушек без намерения жениться. То и прелестно, думал он, что ничего не сказано ни мною, ни ею. Мне хорошо, и ей хорошо, думал он. Бал только что начался, когда Кити с матерью входили на усланную лакеями и цветами ярко освещенную большую лестницу. Не успела Кити войти в зал, как ее пригласил на вальс лучший кавалер, знаменитый дирижер балов Егорушка Корсунский. «Как хорошо, что вы приехали вовремя, княжна», — сказал он, обнимая ее талию. «Отдыхаешь, вальсируя с вами». Кити улыбнулась на его похвалу и стала через его плечо разглядывать залу. В левом углу зала сгруппировался цвет общества, и там она увидала прелестную фигуру и голову Анны, в черном бархатном платье, открывавшем ее точеные полные плечи и грудь. На голове в черных волосах была гирлянда Анюсиных глазок, на тонкой крепкой шее была нитка жемчуга. И он был тут. Кити не видала Вронского с того дня, когда она отказала Левину. «Турвальца, княжна?» – спросил Корсунский. «Нет, благодарствуйте». «А куда прикажете отвезти вас?» «Каренина, она, кажется, тут». «Турбальс Анна Аркадьевна», — сказал Корсунский, кланяясь Карениной. «Нет, я не танцую, если можно не танцевать», — сказала Анна. В это время подходил Вронский. «Но нынче нельзя не танцевать», — сказал Корсунский. «Но если нынче нельзя, тогда пойдемте», — ответила Анна, не замечая поклона Вронского. «За что она недовольна им?» — подумала Кити. После первого вальса Кити подошла к матери и не успела сказать нескольких слов, как к ней подошел Вронский и попросил ее для первой кадрили. Во время кадрили ничего значительного не было сказано, но Кити ничего не ждала от кадрили. Она с замиранием сердца ожидала мазурки. Ей казалось, что в мазурке все должно решиться. Но, танцуя последнюю кадриль, она оказалась визави с Анной и Вронским. Она увидела, что Анна пьяна вином возбуждаемого ею восхищения. Кити знала это чувство, знала его признаки и видела их на Анне. «Кто же это?» – спросила она себя. «Все или один?» «Нет». Это не любование толпы опьяняло ее, а восхищение одного. И этот один... Неужели это он? Когда Вронский говорил с Анной, глаза ее загорались блеском, и губы озарялись тонкой улыбкой.
Ну, а что же он, подумала Кити. Она посмотрела на Вронского и ужаснулась. Куда девалась его прежняя беспечная твердая манера, его беспечно спокойное выражение лица? В его лице было только одно выражение – покорности и страха. Я не оскорбить хочу, как будто говорил каждый его взгляд, а спасти себя хочу, и не знаю как. Они вели самый ничтожный разговор, говорили об общих знакомых, но Кити казалось, что каждое их слово решало и ее, и их судьбу. Весь бал, весь свет, все закрылось туманом в душе Кити. Ну, слава Богу, была первая мысль, пришедшая Анны Аркадьевны, когда она простилась с братом, села на диванчик рядом с Аннушкой и оглянулась в полутьме спального вагона. Слава Богу, завтра увижу Сережу, и пойдет моя жизнь, хорошая, обычная, по-старому. Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась за дорогу. Она своими ловкими маленькими руками открыла и закрыла красный мешочек, вынула подушечку, разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось, мешали ходьба и возня, но потом, когда она начала читать и понимать читаемое, она вдруг почувствовала, что ей стыдно. «Ну, чего же мне стыдно?» – подумала она с оскорбленным удивлением и отложила книгу. Она стала перебирать свои московские впечатления. Все были приятные, хорошие воспоминания. Вспомнила бал, вспомнила Вронского, его покорное влюбленное лицо. Вспомнила свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А между тем, именно в этом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось. Неужели между мной и этим офицером-мальчиком могут существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, которые бывают с каждым знакомым? Анна презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу. Но уже положительно не могла понимать читаемого. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и туже. Голос закутанного, занесенного снегом человека прокричал ей что-то на ухо. Она поняла, что подъехали к станции, и что это был кондуктор. Она попросила Аннушку дать ей мантилью и платок, надела их и отворила дверь. Метели, ветер ринулись ей навстречу, но ей это показалось весело. Она вышла. Жадностью полной грудью вдыхала она снежный морозный воздух, и, стоя у вагона, разглядывала платформу и освещенную станцию. Она уже вынула руку из муфты и хотела войти в вагон, как вдруг человек в военной форме заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и узнала Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился перед ней и спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Она довольно долго, ничего не отвечая, вглядывалась в его лицо и видела то же выражение почтительного восхищения, которое так подействовало на нее вчера. «Я не знала, что вы едете. Зачем вы едете?» – сказала она, и улыбка счастья сияла на ее лице. «Зачем я еду?» – сказал он, глядя ей прямо в глаза. «Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы. Я не могу иначе». Он сказал то самое, чего желала ее душа и чего она боялась рассудком. «Я прошу вас извинить меня, если то, что я сказал, вам неприятно». Он говорил почтительно, учтиво, но так твердо и спокойно, что она долго ничего не могла ответить ему. «Это дурно, то, что вы сказали. Я прошу вас забыть все это, как и я забуду. Ни одного слова вашего, ни одного взгляда, движения вашего я не забуду никогда и не могу». «Довольно, довольно!» – вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу. Она поднялась на ступеньки вагона, вошла в сени, остановилась,
не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что этот минутный разговор страшно сблизил их. И она была испугана и счастлива этим. К утру Анна задремала, а когда проснулась, все было бело, светло, и поезд подходил к Петербургу. Петербургский высший круг один. Это был свет балов, обедов и блестящих туалетов. Анна, сколько могла, избегала этого блестящего света княгини Бетси Тверской, потому что он требовал расходов выше ее средств. Но после возвращения из Москвы Анна начала ездить в большой свет. Там она встречала Вронского и испытывала волнующую радость при этом. Вронский бывал везде, где мог видеть Анну. И когда мог, говорил ей о своей любви. И первое время Анне казалось, что она недовольна им за это преследование. Но скоро она поняла, что она ошибалась, и что это преследование не только не неприятно ей, а составляет весь интерес ее жизни. Княгиня Бетси Тверская уехала из театра, не дождавшись последнего акта. Едва она успела войти в уборную, поправить лицо и прическу, как одна за другой стали подъезжать кареты к ее огромному дому на Большой Морской. Почти одновременно хозяйка и гости вошли в гостиную с темными обоями и блестящим столом. Хозяйка села за самовар, сняла перчатки. У входной двери раздались шаги. Княгиня Бетси знала, что это Анна, и она взглянула на Вронского. Он радостно, робко поднимался с места и смотрел на входившую. Анна вошла своей быстрой, легкой походкой и, кивая знаком, подошла к хозяйке. Я была сейчас у графини Лидии, хотела приехать раньше, но очень засиделась. Вронский с замиранием сердца смотрел на Анну и ожидал, что она скажет. И она вдруг обратилась к нему. «Я получила из Москвы письмо», — сказала она. «Мне пишут, что Кити Щербацкая очень больна». «Неужели?» — нахмурившись, сказал Вронский. Анна посмотрела на место возле себя, и он тотчас сел. «Я хотела сказать вам, — начала она, не глядя на него, — что вы дурно поступили. Дурно, очень дурно. То, о чем вы сейчас говорите, была ошибка, а не любовь», — сказал он. «Я просил вас не произносить это слово», — вздрогнув, — сказала Анна. «Чего вы хотите от меня?» – спросил он просто и серьезно. «Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити. Вы не хотите этого. Но если вы меня любите, как вы говорите», – шепотом прибавила Анна, – «то сделайте так, чтобы я была спокойна». Лицо его просияло. «Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь? Но спокойствия я не знаю ни для вас, ни для себя. Ведь вы, я для меня одно. Я не вижу возможности спокойствия ни для вас, ни для меня, но вижу возможность счастья. Какого счастья? Разве оно невозможно?» Прибавил он одними губами, но она слышала. Она все силы своего ума напрягла на то, чтобы сказать то, что должно. И вместо того остановила на нем свой взгляд полный любви. То, что для Вронского почти целый год составляло одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было ужасной и невозможной, и в то же время обворожительной мечтой счастья, это желание было удовлетворено. Бледно он стоял над ней, умоляя успокоиться, сам не понимая, в чем и чем Анна. «Анна», — говорил он дрожащим голосом, — «Анна, ради Бога!» Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, а теперь постыдную голову. Она сгибалась,
и падала с дивана прямо на пол к его ногам. Она бы упала на ковер, если бы он не держал ее. Боже мой, прости меня все. Всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки. Она чувствовала себя настолько преступной, виноватой, что ей оставалось только одно – унижаться и просить прощения. Он целовал ее лицо и плечи. Она не шевелилась. «Все кончено», – сказала она. «Теперь у меня ничего нет, кроме тебя. Помни это». Как я могу не помнить того, что для меня есть вся жизнь? За одну минуту такого счастья! Какого счастья? С отвращением и ужасом сказала она, и этот ужас невольно сообщился ему. Ни слова больше. Ради Бога, ни слова больше, сказала она, быстро встала и отстранилась от него. Ни слова больше, повторила она со странным для него выражением холодного отчаяния на лице, и она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не может выразить чувство стыда, радости и ужаса перед вступлением в свою новую жизнь, и она не хотела говорить об этом. Карениной муж и жена продолжали жить в одном доме, встречались каждый день, но были совершенно чужды друг другу. Вронский никогда не бывал в доме Алексея Александровича, но Анна виделась с ним вне дома, и муж знал это. Положение было мучительно для всех троих, и ни один из них не был бы в силах прожить хоть один день в таком положении, если бы не надеялся, что оно скоро изменится. Вронский чувствовал, что Анна ждала от него чего-то, требовала чего-то такого, что не вполне определялось кодексом тех правил, которыми он руководился в жизни. И отказавшись от опасного и важного назначения в Ташкент, и заметив неодобрение в высших сферах, Вронский тотчас же вышел в отставку. А месяц спустя Алексей Александрович остался один на квартире с сыном, а Вронский и Анна уехали за границу, не получив развода. Анна в этот первый период своего освобождения чувствовала себя непростительно счастливой и полной радости жизни. Воспоминания о всем том, что случилось, отъезд из дома мужа, разрыв, приготовление к разводу, прощание с сыном, все это казалось ей горячечным сном, от которого она очнулась одна с Вронским за границей. Вронский, между тем, несмотря на то, что было полное осуществление всего того, что он хотел, не был вполне счастлив. Он почувствовал, что осуществление его желаний дало ему только песчинку из той горы счастья, которую он ожидал. Первое время, когда он соединился с ней, надел штатское платье, он почувствовал всю прелесть свободы вообще и свободы любви, и был доволен, но недолго. Он вскоре почувствовал, что в душе его поднимается желание желаний, тоска. Об удовольствии холостой жизни, которые прежде занимали Вронского в его поездках за границу, не могло быть и речи. А отношения с обществом местным и русским из-за неопределенности их положения тоже нельзя было иметь.
И как голодное животное хватается за всякий попадающийся ему предмет, так и Вронский бессознательно хватался то за политику, то за новые книги, то за картины. Он писал под руководством итальянского профессора «Этюды с натурой», начал писать портрет Анны. Но увлечение живописью скоро прошло, а без этого занятия жизнь его и Анны показалась им скучной в итальянском городе, и они решили поехать в Россию. В Петербурге Вронский и Анна остановились в одной из лучших гостиниц. В первый же день Вронский отправился к брату и встретил там мать, приехавшую по делам из Москвы. Мать и невестка встретили его как обыкновенно, но ни словом не упомянули об Анне. Вронский, несмотря на свою светскую опытность, был в страшном заблуждении. Он, казалось, должен был бы понимать, что свет закрыт для него с Анной. Но в голове его бродили какие-то неясные соображения, что, может быть, так было в прошлом, а теперь взгляд общества изменился. Но скоро он понял, что если свет был открыт для него лично, он был закрыт для Анны. Как в игре в кошку-мышку руки, поднимавшиеся перед ним, тотчас же опускались перед Анной. И он понял, что им надо пробыть несколько дней в Петербурге, как в чужом городе. Пребывание в Петербурге казалось ему еще особенно тяжелым, потому что он не понимал того, что делала Анна. Почему? Узнав, что поет Патти, она послала за ложей в театр. Разве можно было поехать туда, в абонемент Патти, где будет весь знакомый ей высший свет? «Вы точно хотите ехать в театр?» – спросил он, входя к ней и стараясь не смотреть на нее. «А почему же мне не поехать?» Она как будто не понимала значения его слов. «Вы знаете, что нельзя ехать. Но почему? Княжна Варвара поедет со мной». Вронский поехал в театр. Он приехал половине десятого, спектакль был в полном разгаре. Не заходя было уже брата, он прошел первый ряд партеры и стал разглядывать ложи. Возле дамы в тюрбане и пришила старичка, который сердито мигал в бинокль, Вронский вдруг увидел голову Анны, гордую, поразительно красивую, улыбающуюся в рамке кружев. Голова ее на широких красивых плечах и возбужденное радостное сияние ее лица и глаз напоминали ему ее, совершенно такое, какой он видел ее на бале в Москве. А когда он вторично навел бинокль на ее ложу, он вдруг увидел, что княжна Варвара особенно красна, естественно смеется, беспрестанно оглядывается на соседнюю ложу. В ложе этой слева были Картасовы. Картасова, маленькая худая женщина, стояла в своей ложе, обернувшись спиной к Анне, и надевала подаваемую ей мужем накидку. Лицо ее было бледное, сердитое, она что-то взволнованно говорила и вышла. Вронский не понял, что произошло между Картасовыми и Анной, но он почувствовал, что произошло что-то унизительное для Анны. И, дождавшись конца акта, он вышел из партера и поехал домой. Когда он приехал, он застал Анну дома. Она сидела в том же платье, каком была в театре, сидела на стуле около двери. Он подошел к ней. «Анна», — сказал он, — «это ты! Ты виноват во всем!» — вскрикнула она со слезами отчаяния и злости в голосе, вставая. «Я же говорил, я умолял тебя не ездить. Я никогда не забуду того, что было. Это было ужасно. Она сказала, что позорно сидеть рядом со мной». Слова глупой женщины. «Ну зачем же обращать внимание? И зачем было рисковать? Зачем ездить? Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня...» Ему было и жаль ее, и досадно. И те слова любви и уверения в этой любви, которые ей были нужны, он произносил, чувствуя всю их пошлость. Но он знал, что это одно могло успокоить ее. И действительно, она впивала эти слова и понемногу успокаивалась. Раздражение,
разделявшая последнее время Анну и Вронского, не имела внешней причины. Это было раздражение внутреннее. Главная забота Анны была она сама, насколько она дорога Вронскому, насколько она может заменить ему все, что он оставил для нее. Вронский ценил это, но тяготился теми любовными сетями, которыми она хотела окутать его. Я могу отдать ей все, только не мою мужскую независимость, думал он. А для Анны он весь, со всеми его мыслями, желаниями, привычками, со всем его душевным и физическим складом, был одно – любовь к женщинам. И эта любовь по ее чувству должна была быть сосредоточена на ней одной. Она ревновала его не какой-нибудь определенной женщине. Она ревновала его к уменьшению его любви. Она ревновала его какой-то воображаемой девушке, на которой он, разорвав с ней связь, собирался жениться. Эта ревность была особенно мучительна, потому что Вронский как-то неосторожно рассказал ей о том, что графиня-мать уговаривала его жениться на княжне Сорокиной. «Да», — думала она, — «он может меня покинуть, у него есть все права, а у меня никаких». И было только одно средство — сблизиться с ним и сделать так, чтобы он не мог ее оставить. Это средство был брак и развод. Анна написала письмо мужу и вместе с Вронским в ноябре переехала в Москву. Были сумерки. Анна ожидала Вронского с холостого обеда и ходила взад и вперед по кабинету. В 10 часов приехал Вронский. «Ну что, весело было?» – сказала она, вставая. «Что же вы там делали? Кто был?» Вронский называл гостей, обед был удивительный, гонки лодок, и все довольно мило. «Ну, а когда же мы едем в деревню?» – спросил он, указывая на сундуки. «Да чем раньше, тем лучше, завтра не успеем, я думаю, послезавтра». «Ах, послезавтра это воскресенье, я должен быть у мамы», – сказал Вронский, смутившись, потому что как только он упомянул имя графини, он заметил на себе пристальный и подозрительный взгляд. Анна вспыхнула, и княжна Сорокина, жившая в подмосковном имении графини, представилась ей. «Если так, то мы не поедем совсем», — сказала она, — «сегодня или никогда». «Я не понимаю», — удивился Вронский, — «ведь это же не имеет никакого смысла. Для тебя это не имеет никакого смысла, потому что до меня тебе нет никакого дела. Но если ты не любишь меня, то лучше честнее сказать это прямо. Анна, зачем ты испытываешь мое терпение? Оно имеет свои пределы». «Что вы хотите этим сказать?» – крикнула Анна, вглядываясь в выражение ненависти, которое было в его лице. «Я хочу вас спросить, чего вы хотите от меня? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено». «Анна, зачем так мучить себя и меня?» Он подошел к ней, взял ее за руку и тихо сказал: «Я согласен на все. Значит, завтра или послезавтра. Едем решительно, не правда ли?» «Вы, но не я!» — сказала она, обернувшись к нему. «Анна, эдак невозможно жить! Вы, но не я!» — крикнула она. «Нет, это становится невыносимым! Вы... вы раскаетесь в этом!» — сказала она и вышла. Испуганный тем выражением отчаяния, которое было на его лице, он вскочил и хотел бежать за ней, но опомнился, сел, сжал зубы и нахмурился. Эта неприличная, как ему показалась, угроза чего-то раздражила его. «Я ни в чем не виноват перед ней», — думал он. «Я пробовал все. Остается одно – не обращать внимания». Но перед тем, как уехать из дому, он опять зашел к ней. Она молча и пристально смотрела на него, стоя посреди комнаты. «Анна, что?» – спросил он. «Я? Ничего», – холодно и спокойно ответила она. «Ничего? Так топи фураль», – подумал Вронский, повернулся и вышел. Но, проходя мимо зеркала, он увидел ее лицо, бледное, с дрожащими губами. Ему показалось, что она хотела сказать ему что-то, и сердце его дрогнуло.
от сострадания к ней. Он и хотел было остановиться и сказать ей утешительное слово, но ноги вынесли его из комнаты прежде, чем он придумал, что ему сказать. Никогда еще не проходило дня в ссоре, нынче это было в первый раз. Это была не ссора, это было очевидное признание в совершенном охлаждении. Разве можно было взглянуть на нее так, как он взглянул, и пройти молча с этим равнодушно спокойным выражением лица? Нет, он не только не любил, он ненавидел ее, потому что любил другую женщину. Это было совершенно ясно. И вспоминая все те жестокие слова, которые Вронский сказал ей, Анна придумала те слова, которые он мог и желал сказать ей, и все более и более раздражалась. Весь этот день она провела в сомнениях о том, все ли кончено, и есть ли надежда на примирение, и вечером, уходя к себе, она приказала девушку передать ему, что у нее болит голова, и загадала. Если он все-таки придет, несмотря на слова горничной, значит, любит. Если нет, тогда все кончено. Я решу, что мне делать. Вечером она слышала его звонок в передний, разговор с девушкой. Он поверил тому, что ему сказали, не стал ни о чем расспрашивать и прямо прошел к себе. Стало быть, все было кончено. И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его, одержать победу в той борьбе, которой поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей. Утром страшный кошмар, являвшийся ей в сновидениях еще до ее связи с Вронским, вновь представился ей. Мужичок, нахлобученный фуражки, низко наклонясь, делал что-то над железом, приговаривая бессмысленные французские слова. И она чувствовала, что и составляла главный ужас этого сна, что мужичок этот не обращает на нее никакого внимания, но делает вот это страшное дело в железе именно над ней. И она проснулась в холодном поту. Утром она слышала его, его шаги по кабинету и столовой. Она посмотрела, как он сел в коляску, в свою обычную позу, заложив нога на ногу, застегивая перчатку и, не глядя в окна, скрылся за углом. «Уехал. Кончено», — сказала себе Анна. И воспоминания минувшего сна холодным ужасом наполнили ее сердце. «Нет, этого не может быть!» — громко крикнула она и, быстро перейдя в комнату, крепко позвонила. «Узнайте сейчас же, куда уехал граф», — спросила она у вошедшего человека. «Граф уехал на конюшню». «Хорошо. Я напишу записку, вы отправите кучера Михайлу прямо на конюшню». Она села и написала. «Я виновата. Приезжай домой, необходимо объясниться. Ради бога, приезжай скорее, мне страшно». Она запечатала записку, отдала ее посланному и вслед за ним вышла из комнаты. Она не могла больше оставаться одна. «Неужели все кончено?» – думала она. «Нет, он вернется. 15 минут туда, 15 минут назад. Он поехал, он выехал, он сейчас будет здесь». И в то время, когда она подходила к стенным часам, чтобы проверить свои, кто-то подъехал. Это был посланный, и она спустилась к нему. «Графа не застали, они уехали на Нижегородскую дорогу». «Хорошо. Пошли кучера Михайла с этой запиской на станцию или в имение графини». «Ну, а я... что же я буду делать?» – подумала она. Она представила его себе спокойно разговаривающим с графиней-матерью и княжной Сорокиной и радующимся ее страданиям. «Нет! Я поеду к нему и скажу ему все!» – решила она. И она велела закладывать себе лошадей и стала собирать дорожную сумочку, вещи, необходимые ей для отъезда. Она знала, что она не вернется больше сюда после того, что произойдет между ним и ей, на станции или в имении графини. Проходя между пассажирами в залу первого класса, Анна стала перебирать впечатления минувшего дня. Она стала думать о том, как жизнь ее могла бы быть еще прекрасна, как мучительно она любит и ненавидит ее, и как сильно бьется ее сердце.
Раздался первый звонок, и кучер Петр подошел к ней, чтобы помочь ей подняться в вагон. Она поднялась на высокую ступеньку и села у открытого окна. Мужичок на хлопочной фуражке, низко наклонясь над рельсами, прошел мимо этого окна. Анна вспомнила свой сон и в ужасе отошла от окна. В это время отворилась дверь, кондуктор впустил новых пассажиров, по-видимому, мужа с женой. Анна села у окна и, вдыхая свежий воздух, начала думать. «На то и дан человеку разум, чтобы избавить себя от того, что его беспокоит», сказала ее соседка, дама по-французски, очевидно, очень довольная своими словами. И слова эти явились как бы ответом на мысли Анны. «Да, очень беспокоит», — думала она. «Отчего же не избавить себя от того, что беспокоит? Отчего же не потушить свечу, когда смотреть не на что? Когда так гадко смотреть на все это?» Когда поезд подошел к станции, Анна вместе с другими пассажирами вышла на платформу. Но, вспомнив, что она должна будет ехать дальше, если не найдет записки от графа Вронского, она остановила артельщика. И как раз в ту минуту, когда она говорила с ним, кучер Михайло подал ей записку. Сердце ее сжалось, прежде чем она распечатала ее. «Очень сожалею, что записка не застала меня. Буду в 10 вечера», — небрежным почерком писал Вронский. «Хорошо, я так и знала», — сказала Анна злой усмешкой. «Поезжай домой», — тихо сказала она кучер Михайле и пошла по платформе мимо станции. У самого конца платформы она остановилась. Подходил товарный поезд. И вдруг, вспомнив о раздавленном человеке в день своей первой встречи с Вронским, Анна поняла, что ей надо делать. Быстрыми легкими шагами она спустилась по ступенькам, которые вели от водокачки к рельсам, и остановилась около плоть мимо нее проходящего поезда. «Туда», — говорила она себе, глядя на смешанный с углем песок, которым были покрыты шпалы. «Вот туда, на самую середину, я нахожу его и избавлюсь от себя и от всех». И она хотела упасть под середину поравнявшегося с ней вагона, но красный мешочек, который она снимала с руки, задержал, и середина миновала ее. И чувство, подобное тому, когда она, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и она перекрестилась. Привычный жест крестного знамени вызвал в ее душе целый ряд детских и девичьих воспоминаний. И мрак, покрывавший для нее все, вдруг разорвался. И жизнь предстала ей на одно мгновение, со всеми своими прекрасными, со всеми своими прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес второго проходящего мимо нее вагона. И как раз в ту минуту, когда середина поравнялась с ней, она откинула красный мешочек и, вжав голову в плечи, упала на рельсы под вагон. И легким движением, как будто готовясь встать, она опустилась на колени. И ту же минуту она ужаснулась тому, что она делает. «Господи, что со мной? Что я делаю?» – подумала она. Она хотела откинуться, приподняться. Но что-то огромное и неумолимое ударило ее в голову и потащило за спину. «Господи, прости мне все», сказала она, чувствуя невозможность борьбы. И свеча, при которой она читала свою исполненную тревог и обманов, горе и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-либо светом, осветила ей все бывшее во мраке, затрещала, стала меркнуть и угасла навсегда.